позволения. Давай. Да, добрый вечер. Традиционно можно чуть подержать? Вот, не, вот так, просто, просто держи, не нажимай. Да. Да, дорогие друзья, ну, вообще тема очень интересная. И мне кажется, что эти случайно, что история пишется через 50 лет. Как ни странно, сейчас больше нас гораздо делает Духовная Академия. Вся Петербургская, которая публикует все материалы, в том числе материалы разведки. Многие вещи, которые... К сожалению, мы не знаем. Разведка вещь секретная, безусловно, там, так сказать, и все можно. Так вот, я хочу сказать, что один факт, просто, чтобы вы знали. Оказывается, почему, вот вопрос никто не задал, почему Гитлер, ведь, собственно говоря, преследовать евреев начали уничтожать кардинально, если только с 42-го года. До этого Гитлер все то же самое делал, ему давали и лучшим человеком, Таймс признавал его года, и Нобелевская премия присвоила и так далее. Оказывается, что? Была договоренность, что с 1942 года Англия и США начинают войну вместе с Гитлером против России. Но, ведь вы посмотрите внимательно, вот мы в Академии проходили, но мы это проходили, откровенно говорят, чисто формально. Вы посмотрите, как Гитлер вел войны в Европе. Говорить о том, что, так сказать, там был парад, это совершенно глупость. Армия Чехии была на порядок выше и больше оснащена, чем армия Германии. Весь костяк танковых формирований Гитлера, это были в корпус чехословацких танков. То же самое польская армия. Говорит, что они там на конях воевали против танков. Да ничего подобного. Они за один бой по 20 танков сбивали. Гитлеру отдавали европейские страны, европейскую экономику с одной целью, чтобы он шел на Советский Союз. Но не давали, кстати, строить флот. Англичане не давали ему строить флот. Почему? Потому что понятно, что через Ла-Манш можно дать. И вот почему Гесс сидел столько долго лет в тюрьме в Англии, они его не выпускали. Уже старик был, фактически, так сказать, и так далее. А почему? Видимо, он это и знал, что с 42-го года англичане, ну, битва под Москвой, битва, так сказать, и так далее, она все-таки позволяла американцам, что называется, задуматься, стоит ли наступать и идти на войну, так сказать, вместе с Гитлером. То есть Гитлер целиком, и потом он просто мстил уже Рокфеллерам, тем, кто, так сказать, снабжал родственникам и так далее сил. Надо сказать, что, так сказать, на самом деле история намного драматичнее, интереснее, чем она кажется на самом деле. Поэтому Сталин создал ваше государство, это та личность, если хотите, тот историческая фигура, которая должна быть на знамя нашей партии, безусловно. Спасибо. Замечательное дополнение. До сих пор было 50 лет, по-моему, тайны переговоров Гесса, да, с англичанами. Англия в противовес всех